Всем привет! Мы ближайшие двойняшки. Да. Сегодня 2 ноября, недавно был Хэллоуин, но Хэллоуин был у нас в четверг, поэтому мы не смогли никак не отпраздновать, ничего такого. Мне 18. Мы будем делать из моего друга Антона Drag Queen. Я взяла что-то из дома, у меня достаточно мало косметики, но все самое основное я взяла. Я нашла офигенный образ. Аня придумала классную идею, Аня там. Она будет задавать интересные какие-нибудь провокационные вопросы. Анна Малышева, которая с передачи «Жить здорово». Вот за все несколько лет моей жизни ты первый так пошутил. Начинаем мы. Мы используем консилиарта. Меня забанят за пропаганду гомосексуализма. В Эстонии живем. Хэллоуин был, 31 число. Мне с подмыхами не разговаривают. И короче, мама зовет такая: «Мелисса, там пришли типа девки на Хэллоуин, все дела в костюмах». Я такая: «Окей, сейчас дам конфеты». Возвращаюсь, и такая, у меня девка какая-то спрашивает: «Ты случайно не Мелисса?» Я такая: «Да, откуда вы знаете?» Она такая: «Из видеодёр!» И так смеется. Я надеюсь, она не будет преследовать, если что, мой адрес не... Так, вопрос Антону. Какого размера ты носишь лифчик? 9. А еще один вопрос Антону. Что тебя больше всего возбуждает в парнях? Наверное, умение толковать мысли. Антон, как ты относишься к фильму «Сына»? Обожаю это детство. Дина, мне кажется, кадр построен неправильно. Твои волосы занимают пол экрана. Я забыла клей, чтобы заклеить ему брови, поэтому я не знаю, что делать. Ладно, начнем с глаз. Начинаем делать батону... глаза. Я забыла... клей, поэтому замазываем брови консилером. Да. Ну что, страшно? Есть. Какая твоя аудитория, Регина? 13+. Михаил. До 13+. Кто была твоя первая любовь? Я снял штаны. Иду, да ну! Мы встречались 4 месяца. Однажды она сидит в раздевалке. Я прихожу, положу руку на ляжку. Заходит она, моя одноклассница, в раздевалку. К ней быстро забегает. У нас тогда были с ней не очень хорошие отношения, но сейчас, по-моему, все норм. И она забегает в раздевалку с таким криком, типа: а еще... «Боже мой, как ты с ним встречаешься?» Я потом был в легком... Потом, когда она оказалась дома, и когда она приходит домой, она мне пишет и говорит, что мы больше не встречаемся. Это было очень больно. Меня очень тяжело воспринимать с таким... Если бы родился заново, кем бы хотел стать? Программистом. С кем-нибудь из семьи Кардашьян. Я бы хотел. Погодите, стойте. Нога. Нога 2. Нога 1, говорит. Ужас. Если тебе останется жить 24 часа, что будешь делать? Собирать яблоки. Не знаю, попробуй какие-нибудь тяжелые... Яблоки. Когда ты первый раз по-настоящему целовал девушку или парня? 14 лет в Таллине на улице Пая. Это было 22 либо ноября, либо декабря. В 11 часов вечера на слабо. Расскажи о своей самой необычной мечте. Хочу проколоть соски. Да просто еще в Макдональдсе в детской комнате мы... Если бы пришлось остаться на необитаемом острове с еще одним человеком, кто бы это был? Скала Дуэйн Джонс, он всяко умеет выживать. Нет, Bear Grylls. Да. Если бы у тебя была возможность сделать из человека твоим рабом... Нет, не... Чего? Неправильный вопрос. Ой, что это? Личный дневник? Мы переместились в позу стоя. Позу стоя. Собака мордой вниз. Мам, ладно, раз ты так бросишь. Я попытаюсь ему нарисовать теперь брови так, голову пониже. Вопрос. Если ты однажды проснешься и окажешься невидимкой, что будешь делать первым делом? Нюхать слона. Твоя самая злая шутка над кем-то. Какой она была? Ну, когда идет инвалид и типа... Да, вот у Регины это конкретно. Короче, мы с Региной в торговом центре идем. И едет девочка на коляске. И Регина такая смотрит на меня и такая: «Да, помотала жизнь». Простите, простите. Теперь... Скатилась бы. Скатилась!
Мама, не смотри это видео, мне стыдно. Короче, я... Мои бабушка и папа думают, что мы с Региной... Вот сначала они думали, что мы постоянно встречаемся с Региной. Потом она скажет, что нет, ничего такого нет, а они, конечно, поняли, что ничего нету. И, значит, но они сейчас думают, что когда-нибудь в будущем что-то будет. Как говорит моя бабушка, в 40 лет вы поймете все, сломав жизнь двум другим людям. Выйдешь через 40... через 20 лет. Чего боишься больше всего? Капибара. Вообще я боюсь умереть и лягушек. Когда-нибудь писал в бассейн? Да. Это так смешно, потому что мой рост ниже, и я на всех вас снимаю вот так. И у нас все вторые подбородка. Да нет, я пытаюсь. Теперь мы делаем губы. Нарисуй меня как одну из своих французских девиц. Регина, Регина. Давай сядем. Смех. Да. Тебе нужно придумать себе имя. Drag Queen имя. Николь. Придумайте Антону Drag Queen имя. Я буду Александрита. Напишите в комментариях, какое Drag Queen имя подойдет нашему Антуниете. Джеффри Стар. Да, Джеффри Стар. Да, да ты прям вот его копия. Ну вы посмотрите на него. Вот я бы к такой подкатила, конечно. По идее, знаете, макияж готов, только ему не хватает длинных волос. Я свои тебе приделаю, волосы. Джокер. В версии Эстония. Это ужасно. Иди! Странный, это даже... Смотри, это выглядит даже классно. Это выглядит даже классно. Чуваки, спасибо за просмотр. Это наш Хэллоуин мейкап. Я пойду на трассу. Спасибо за просмотр, а мы пошли тусоваться. Пока! Всем пока!